Если в сети интернет содержится информация, которая порочит вашу честь и достоинство, а также ставит под угрозу деловую репутацию, если ваши авторские права нарушены, единственный способ доказать подобное нарушение – это обратиться к нотариусу. Именно специалист нотариальной конторы обеспечит вам письменные доказательства, которые впоследствии будут представлены в суде. Татьяна Михайловна, расскажите, пожалуйста, если права человека нарушены в интернете, что делать? По заявлению заинтересованного лица, которое полагает, что в дальнейшем эта информация может быть изъята из сети интернет, нотариус совершает осмотр общедоступной информации в сети интернет. Результаты этого осмотра фиксируются в протоколе, к которому могут быть приобщены скриншоты страниц и диск с видео. Но здесь нужно иметь в виду, что совершить это нотариальное действие нотариус может только до возбуждения дела в суде. В противном случае суд может не принять этот протокол в качестве доказательства. Стоит отметить, полномочия нотариуса не распространяются на осмотр иных доказательств, например, вещественных или допроса в качестве свидетеля. А можно ли без доказательств, заверенных нотариусом, обращаться в суд? Ну, как показала практика прошлых лет, и судя по тому, что это нотариальное действие было введено в перечень нотариальных действий, совершенных нотариусами, то да, к сожалению, без этого нотариального действия гражданин никаким другим способом не сможет подтвердить нарушение своих прав в сети интернет. То есть сразу к вам, а потом уже в суд? Совершенно верно. Сначала к нотариусу, потом в суд. Кстати, нотариальное действие по обеспечению письменных доказательств может совершить любой нотариус. Вся необходимая информация по работе нотариальной конторы содержится на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты.